Блогер Такер Карлсон считает, что убийство Навального – нормальная практика, используемая лидером. На саммите в Дубае Такера спросил его коллега, почему он не бросил вызов Путину по Навальному. Карлсон ответил: «Я провел свою жизнь, общаясь с людьми, управляющими странами, в разных странах, и пришел к следующему выводу. Каждый лидер убивает людей, включая моего лидера. Каждый лидер убивает людей, одни убивают больше других. Лидерство требует убивать людей, извините, поэтому я бы не хотел быть лидером». В комментарии для Daily Mail Карлсон стал оправдываться, что его слова не имели ничего общего со смертью Навального, и он считает ситуацию варварской и ужасной, а также что никакое достойное лицо не станет защищать это. Однако сами журналисты Daily Mail в той же статье упрекнули Карлсона за то, что он в интервью хвалил Москву и называл ее лучше любого города США, а также показывал видео из российского супермаркета с низкими ценами. Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что хотя президент России является военным преступником, который, очевидно, не говорит вам всей правды, его разговор с бывшим ведущим Fox News был очень интересным, и что очень многое из того, что сказал Владимир Путин, является правдой точной и очевидной. Другие, включая конгрессмена-республиканца Клея Хиггинса из Луизианы, члена Кокуса Палаты Свободы, недавно выразили открытое восхищение российским президентом. Путин – образованный человек решительного духа, и он всегда выглядит очень искренним в своих убеждениях. Вы идете из разговора с ним с мыслью: «Возможно, я не верю в то, что он говорит, но я знаю, что он верит в то, что говорит», – сказал Хиггинс.